Ну, неважно. Я вам хочу просто одну песню спеть, поскольку другие предложения не поступают. Замечательного поэта, замечательного офицера, полковника Климова Сергея по кличке Карась в 79-м году. Ее исполняли разные варианты. Я спою, как пел Кирсанов, как она стала известна на кассетах. Сам-то он поет... Ну, ладно. Корпус Дат такая приближается. Афганцы знают, когда началась война. Он... В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. В декабре меня кроха спросит, потирая озябший нос: папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом, и друзьям своим растолкуй, отчего так дорог этот праздник, неуклюжий мужской поцелуй. Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи вспомнен наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Почему второй? Потому что третий появился значительно позднее. Это декабрь 79-го года.